12 мая 2017 года в Петербурге прошел Европейский день здоровья десен, организованный Европейской ассоциацией пародонтологов и национальными пародонтологическими обществами, в числе которых впервые Российская пародонтологическая ассоциация, возглавляемая заведующей кафедрой стоматологии терапевтической Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова профессором Ореховой Людмилой Юрьевной. Такой общеевропейский пародонтологический день, который объединяет общество, пациентов, врачей. Сейчас мы надеемся, что совместные усилия профессиональных ассоциаций и нас поддерживает город. В одной из старейших школ города, школе номер 80, для детей 8 и 9 лет мы провели урок здоровья десен с вручением специальных призов и подарков от партнеров мероприятия. День здоровья десен. Это такой праздник. Вы, кстати, знаете, что такое десна? Да. Ассоциация, которую я вам рассказала. И мы получим прекрасное поколение молодое, красивое, с белыми, красивыми зубами, красивыми деснами, улыбающиеся. Тремя другими площадками стали клиническая база кафедры стоматологии терапевтической и клиника НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии университета, городской пародонтологический центр ПАКС и стоматологическая поликлиника номер 19 города Пушкина. Наши специалисты рассказали и показали, как правильно ухаживать за полостью рта, чем опасны заболевания десен для всего организма, как сохранить их здоровье. Кто-нибудь из вас хочет стать стоматологом? Я.